Слушай, она просто стерва. Да? Да. Пател пробовал говорить с ней, а она и слова в ответ не сказала. Может, ей было некогда. А может, она просто высокомерная суперстервозина? Черт. Согласен. Больно хороша. Вот блин. Ну почему все хорошенькие девушки думают, что могут вытирать об людей ноги? Их этому учит вся история. Да пусть себя ведет как хочет. Черт с ним, мне плевать. Все кончено. Что кончено? Сама. А что-то было? Нет, но могло бы быть в мире, где иногда случается хорошее. Мы живем в другом мире, чувак. Да. Чего? Да. Рассказывай. Готово. Да. Мы в лифте. Впереди еще 9 этажей. Мы одни. Привет. Салют. Как уикенд? Было хорошо. Нет, ну с ума сойти, да? Извини, ты о чем? И я не врубаюсь. Она сказала, было хорошо. Упор на хорошо. То есть, считай, сказала, что весь уикенд занималась сексом. В принципе, наплевать. Бог с ней. Ты че, мало стряхнулся? Я ей не интересен. И с этим ничего не поделать. Потому что сказала, было хорошо. И кое-что другое. Подожди, она сказала, салют, вместо привет. Это ведь значит, что она лесбиянка, да? Да проехали, ладно, мне все это пофигу и вообще, мне и так нормально. Очень даже. Многие не понимают, но одиночество... Классная вещь. Слушай, пригласи ее куда-нибудь. Ты идиот.